Добрый день, добрый день, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Наконец-то сбылась мечта миллионов. Максимадзе вернулся. Спустя недели две, наверное, блин. Я болел, довольно сильно болел, поэтому не мог записывать видео. Сегодня, короче, у нас Майнкрафт. Сегодня у нас Майнкрафт. Никакая не GTA, ничего либо другое. Мы давно не играли с вами в Майнкрафт, и я решил, почему бы и нет. Ну, простой летсплей, мне кажется, это не так интересно. Да, я решил лучше прохождение карты записать. Как же заколебали эти птички, а? Короче, что это за карта вообще? Эта карта довольно старая, она называется The Dropper 2. Два именно. Не первая, The Dropper 2. Я обе эти части проходил очень-очень давно. Еще, наверное, тогда, когда они вышли. Я первую играл, она первая мне не сильно понравилась, а вот вторая мне просто вот на 5 звезд зашла, поэтому мы сегодня с вами и будем ее проходить. Здесь есть вот такой вот динозавр, что ли, морская змея, короче, неважно. Можно туда поплыть, но мы делать этого не будем. Тут написано, что рекомендуют играть на версии 1.5, но не позже, чем 1.7. Я играю на 1.7.10. Самое максимальное. Но ни в коем случае нельзя играть на версии, которые там позже. Которые там 1.13 или 1.14. Даже если вы там оптимизируете эти миры, там же мир, там же есть функция оптимизировать мир. В какой-то из тех версий командные блоки полностью были переработаны, поэтому на этой карте они работать больше не будут. Ладно, короче, что мы будем делать? Это у нас такое вот меню. Здесь написано: добро пожаловать на The Dropper 2. Карту сделали Ньютон и Дарвин. Ньютон против Дарвина. Ну, может, это не... The Dropper 2, Ньютон против... А, это название карты, наверное. Одна цель – это выжить. Одно правило – не ломать блоки. Buy Bridge. Вот кто сделал карту, оказывается. Important. Выключить облака. У меня облака выключены. Дистанция рендера на фар. Как он? Где у меня тут? Я, честно говоря, не знаю, хрен с ним. Вообще хрен с ним, ладно. Пусть как было, так и будет. Текстур пак дефолт, у меня дефолт стоит. Если вы будете играть на сервере, вам обязательно надо включить командные там блоки, что-то там еще. Потом поставлю заряжать. Ладно, неважно. Я играю один. Есть кнопка рестартануть все, весь прогресс, что очень даже прикольно на самом деле. Графика быстрая. У меня быстрая стоит. Ну, это чтобы не лагало, короче. Ладно, все, поехали, начинаем. И тут три таких таблички уже. Ладно, все, поехали. 3, 2, 1. У меня, кстати... Так... Это типа загрузка, что ли? Все, загрузка прошла. А стоп, у меня что, облака, что ли, включены? Да, включены, оказывается. Странно, я их обычно выключаю всегда. Короче. Ладно, мы все... Все, мы оказались в меню выбора уровней. Вообще у меня, кстати, сборка модов стоит. Опции. Ну-ка, сейчас я включусь. Полезности. Режим рецептов пусть, короче, останется. Неважно.
Следующее. Ну тут, короче, стоит та самая сборка, которую я записал 3 серии летсплея в 2018 году. Лучше не смотрите их, потому что я там вообще хреново все записал. Короче. Проходить строго только под телепорту Beginning, это, видимо, вернуться туда обратно. Ладно, в общем. Чё здесь? Короче, надо уровни строго по порядку проходить, насколько я понял. По-моему, а может быть и нет. Я помню, что найдите все алмазы, чтобы открыть бонусный уровень. Ну, мы будем в любом случае проходить по порядку. Что у нас в сундуке находится? В сундуке ничего не находится пока. Что у нас там написано? Блин, там как приближать? Сейчас я разберусь. Увеличение. Нет, на С тоже нет. Не то. Это? Давайте это попробуем. А, это мини-карта. Ладно, хрен вообще с ним. Как приблизить, я попробую сейчас разглядеть. Лампа... Ну, короче, я помню, что здесь написано. Лампа, это будет загореться, если на этом уровне найден алмаз. Эта лампа загорится, если уровень пройден. Ладно, короче, поехали в первый уровень. Я эту карту сначала Мистика и Лагера на канале смотрел. Я думаю, многие фанаты Майнкрафта знают этих ютуберов. С 2012 даже по 2013 год. У них было вообще все круто, а вот начиная с 2017 скатываться, сейчас они уже скатились до уровня не знаю кого. Острых актуальных шуток уже вообще мало у них, смотреть неинтересно. А вот там, где они вот эту карту именно проходили за Dropper 2, там вообще реально смешных моментов полно. Там реально поржать можно было. Вот, покажу даже пример один. Мать его, сундук. Так, все, нужно ждать, теперь ждать, когда это уберется. Прыгучесть 2, 1, 0. Блин! Я на последней секунде прыгучесть где прыгнул. Ну какого же хрена? Вот объясните мне это, пожалуйста. Ну, наверное, лысого вообще-то. Все-таки лысого. Возможно. Так, прочитайте. Нажмите на эту кнопку, и вас телепортанет. Нажмите и встаньте на желтый блок. Нас, короче, обучают пока. Ух ты ж. Ладно, я немного неудачно встал. Да ёшкин кот, ну как так-то? Так. Маркеры. А можно выключить маркеры? Выключить. Не мешать будут. Почему это я умираю? Ладно, все, не двигаемся, вообще не двигаемся. Вот такие вот красивые здесь иллюзии. Тут, наверное, в карту вложено. Ай, блин. На каждом уровне есть сундук с алмазом. Его лут. И желательно его положить в этот эндер сундук. Все, этот уровень мы прошли. Еще справа у нас на табло показывается, сколько мы раз сдохли. Мне вот только интересно, как чувак поставил вот так блоки. Они-то, по сути, их и к ним абсолютно нельзя притронуться. Ну, вообще, пофигу. Так, уровень 2. Джергард. Да, их, видимо, по порядку проходить надо уровни.
Да, блин, текстуры еще не прогружаются. Это башня какая-то, походу. Жмите на кнопку подождите 5 секунд и встаньте куда-нибудь так, чтобы вас... Так, найдите путь, чтобы спуститься. У меня мини-карта на самом-то деле есть. Я могу найти воду. Хотя вода, вода с двух сторон есть. Я попробую прыгну туда. А можно я дальность прорисовки посильнее сделаю? Блин. Черт. Сложная карта достаточно, но интересная. Да ё... А, так и должно быть, ладно. Да ё... Давай воду, 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 воду. Я, кажется, мимо воды. Ладно, абсолютно не важно, где я сейчас тут встану. До сих пор обучение идет. И так, надо либо в воду, короче, падать, либо в паутину. Так, вот такая вот еще тут локация вообще красивая. Там решетка какая-то. Черная кнопка дает прыжок и временное сопротивление урону. Используйте это для того, чтобы найти алмаз. Нажмите на синюю кнопку, чтобы завершить уровень. Но лучше завершить уровень, найдя при этом алмаз. Надо лучше ждать, пока... Там не написано, кстати, на какой сложности играть, поэтому пусть будет мирно. Монстров на этой карте точно нету. Так, а где алмаз? Алмаз? Я помню, что действительно где-то в этой башне должен быть. Я эту карту проходил. Вот он, алмаз. Берем алмаз. Кладем его сюда. Так, спрыгнули в воду и все, нажимаем на голубую кнопку и заканчиваем этот уровень. Так, и переходим сразу же к третьему, не будем медлить. Третий уровень Нео. Нео, 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 Нео. Ну здрасте, это еще что такое? Так, ладно, пауза. Ух, короче, продолжаем. Настолько сильно Майнкрафт завис, что пришлось компьютер перезагружать, блин. Ладно, короче. Уровень 3 Нео. Неважно. Вода, воды, что-то там. Ладно, 5. Но. Чё, 5? Еще раз нажми. Кнопка заглючила. Так, дошло до единички. И ждем, когда нас сейчас телепортанет. Телепортанет в матрицу, насколько я понял. И судя по мини-карте. Ну давай, телепортируй. На гриб, кстати, похоже вот на мини-карте немного. Ну то отблеск, наверное. Такой вот на блоках. Так, здесь плита, видимо, надо где-то рядом с ней вставать. Тихо. Так, ну ладно, я... Теперь-то я точно уже буду через креатив туда летать, потому что я не готов к такому. Блин, но подниматься еще так высоко надо. Ну это жестко, блин. Ну это вообще жестко.
Она еще огромная такая. Ой, блин. Так, какой Майнкрафт лагучий, а? Наверное, не стоило мне с кучей модов запускать. Ладно, все, прыгаем. Так, нажимаем на черную кнопку, прыгаем. Я знаю, где сундук, я его вижу. Я сейчас прямо на него упаду, наверное. Постараюсь. Да. Алмаз. Кладем его в сундук Эндера. И завершаем уровень. Можно было сейчас и выключить креатив, все равно итог был один и тот же бы. Так. Врубай креатив. Идем в следующий уровень. Какой-то вообще лагучий уровень. Сначала вылетает, потом лагает. Все, короче, хреново. О, да, этот уровень я тоже помню. Здесь надо угадать. Здесь надо угадывать. Куда падать? Вот так встаем. Куда-то там падать, по-моему. Я не... Красная кнопка, короче, нас возвращает обратно в меню выбора уровней, но при этом это не считается, что мы прошли его. Так, в левую верхнюю. Ладно, давайте тогда попробуем в правую верхнюю. Там, по-моему, там еще несколько раз надо, кстати, падать и угадывать. Так, ну давайте в правую верхнюю. О, да, правую верхнюю. Давайте теперь вот эту попробуем. А, вспомнил. Кажется, там еще в правую верхнюю. Сундук. Я помню, что там еще была паутина. Где-то. Только я ее не вижу. Дальность прорисовки очень плохая. И... Да проклятое стекло. Давай. Так, правая верхняя, левая нижняя. Потом правая верхняя, потом опять правая верхняя. Да! Блин, ну это кошмар какой-то, серьезно. Так, правая верхняя, левая нижняя. А потом опять правая верхняя. Да я... Бомбануть сейчас, наверное, скоро у меня. Правая верхняя, левая нижняя. Да, Мистика Лагер так не фейлили точно, когда проходили этот уровень. Господи, ну что за бред? Так, опять, по-моему, в правую верхнюю надо прыгать, если я не ошибаюсь. Нет, не в правую верхнюю. Ладно, попробуем в правую нижнюю тогда. Ну вообще я помню, что там надо, там еще паутина была, в которую можно было прыгнуть. Как вот можно так лошать, а? Сундук тут я вижу, да. Да, я не туда еще и прыгнул, но я разбился об стекло, по-моему. Но я прыгнул не туда точно. Надо в правую верхнюю и в правую верхнюю прыгать. Так, в правую верхнюю давай еще раз. Теперь
теперь в левую нижнюю. Нет, опять не в левую нижнюю, да ё-моё. Тогда либо в верхнюю левую, либо в нижнюю правую. Правая верхняя, левая нижняя. Правая верхняя. Правая верхняя опять. Попробуем правую нижнюю. Так, левая верхняя тогда только остается. Только левая верхняя остается. Но мне на самом деле все равно не нравятся уровни. И вот эти карты, где сложность заключается в том, что нужно угадать, что где поставил автор. Ну и левую верхнюю настолько остается. Давайте попробуем левую верхнюю. Да, левую верхнюю нам надо было прыгнуть. И здесь у нас должна быть черная кнопка, но я ее что-то не вижу. А, вот они, кнопки эти. Так, вот куда прыгать надо. Надо два раза, по-моему, прыгнуть сейчас. Блин, еще раз нажми. Да блин, ну как так-то, а? Блин, я сейчас сдохну. А, я тут так возродился, что ли? Вот. Чудо какое, а. Ладно, мне больше не нужно угадывать, куда идти. Это уже радует. Все. Блин! Я слишком далеко, походу, блин, прыгнул. Я забыл, что я прыгнул. Ай, блин. О, блин. Я забыл. Да, ё-моё. Я забываю все время, что я... Ой, ладно. Блин. Так, все, нужно ждать. Нужно ждать, когда это вперед прыгучий 2-1-0. Все. Все, мы достали 4 алмаза. Мы достали. Наконец-то 4 алмаза. Так. А я. Так, сундук, по-моему, с этой стороны, по-моему, сюда надо прыгать. Нет, не сюда. Блин. Ладно, мы в любом случае здесь оказываемся и нажимаем на голубенькую кнопку. Давайте еще один уровень, не хватит на сегодня точно. То я уже и так играть задолбался уже, блин. Уровень 5, дерево. Куда бы нам встать, а? Давайте вообще в уголок встанем. О, да. А надо, да, в воду прыгать. Ну давайте здесь тогда встанем. Чё? Да блин. Похоже, здесь надо где-то вставать. Вот тут. Блин. Тут реально сложный. Ой, все, я в воду сейчас упаду, отлично. Блин, так. Вот здесь я помню, где, кстати, находится кнопка черная.
Один здесь все цветочки красные, один из них, один из цветочков синий. Это и не секрет ли, да, в этом кроется, что здесь идем, короче, да ё-моё, чё всё так лагает? А сколько это дается-то, кстати? На 8 секунд это дается. Да. Ничего тут не поделаешь, конечно. Блин, я знаю, где сундук находится. На том столе. Только как попасть на этот стол? Я не успеваю прыгнуть туда. Кнопка. Так, найдите алмаз, спрятанный на этом. Boost for few seconds. Да ё-моё, ну я не помню, серьезно, как попасть на этот стол. Наверное, с ветки только. Только, походу, с дерева попасть можно на нее. Ладно, давайте тут останемся и попробуем как-нибудь спуститься. Да, здесь как-то можно, походу, спуститься туда. Я сейчас попробую аккуратненько спуститься. Да, здесь прямо со стола, с дерева можно спрыгнуть на... Можно спрыгнуть на стол, на этот. Сейчас мы это, собственно, и сделаем. Так, а где здесь сундук? Вот он, сундук. Обязательно должен быть алмаз. И кладем его в этот сундук. А зачем я спрыгнул? Я спрыгнул! Хотя, в принципе, наверное, другого способа и не было, кроме как спрыгнуть. Ну ладно, так и быть, давайте еще один уровень пройдем, и на этом точно все будет. Уровень 6, эмбрион. Эмбрион. Так. Ой, тошнить начало. Ой, блин, ненавижу ночь. Я еще и вижу плохо, конечно, все. Но зато я упал прямо... Блин. Так, только что обрадовался, что упал в паутину. Теперь упал и разбился. Тут дальность прорисовки очень низкая, и я не вижу еще ничего. О, я снова упал в паутину и... Очень этому рад. А у меня еще скорость... Нет, у меня нету скорости. Так, прыгаем в паутину опять. Так, и там в глазу у него дырка, чтобы попасть на следующий, найти там сундук с алмазом. Так, 3, 1, 0, 0. Блин! Я на последней секунде прыгаю, сейчас не прыгнул. Блин. Так же, как Мистик так же сделал. Ржачно, кстати, было. Ладно, я тут возродился. Это хоть что-то радует. Да ё-моё.
Так, ждем. Ну все, все, теперь можно идти. Так, все, алмаз нашли и кладем его тоже в сундук. Ой, все, вылазим из этой головы и заканчиваем этот уровень. Так уже наигрались сегодня. Долго, бля. Ну все, на этом точно завершим. Кстати, еще, кстати, такую интересную вещь покажу. Quake Pro, если поставить и ускориться, то вот такая вот жесть начнется. Если еще посмотреть наверх, то может казаться, что мы такие высокие. Нет, что мы на потолке. Если посмотреть наверх, как будто мы вообще... А это далеко все от нас. На самом-то деле, ничего, это недалеко. Мистика лагеря тоже показывали у себя в прохождении. Ладно, на этом мы и закончим эту серию прохождения этой карты. С вас лайкосы, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.